Доброго времени суток, страна сибирского здоровья. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат перед тем, как начать работать, чтобы мы проверили. Если меня хорошо слышно и видно, поставьте плюсики, пожалуйста, в чат. Остальные еще. О, пошел процесс. Спасибо большое, значит, мы можем нормально начинать работать. Вообще, знаете, это очень приятно для меня, что на сегодняшний день я могу перед вами выступать, потому что все-таки корпоративное обучение, когда мы можем давать информацию во всю корпорацию, добрый день Минску, это все-таки обязывает, да, обязывает, и в то же время почетно в какой-то степени, когда ты понимаешь, что ты можешь дать что-то полезное. И вы знаете, мне бы хотелось, чтобы мы с вами сегодня настроились на такую довольно серьезную продуктивную работу. Да, вообще, мне бы для начала, для того, чтобы нам эффективнее поработать, давайте немножко определимся, чтобы не понимать, какая у нас аудитория. Давайте первое. Города. Поставьте город, из которого вы. Напишите в чат, чтобы нам понимать географию. И где что удобнее всем использовать будет. Центральная Россия, Украина. Здравствуй, Валентина. Приятно своих партнеров тоже видеть. Харькову привет. Отлично. Минск у нас здесь. Здравствуйте, Олег и Алена. Очень рад, что вы тоже с нами сегодня. Отлично. В основном у нас Россия. Немного Украина, Беларусь. Отлично. Остальные посмотрят, что в записи. Значит, мы можем в основном сконцентрироваться как раз-таки на тех инструментах, которые каждый из вас может реально использовать сегодня. Знаете, не просто так вы видите слайд экспресс-обучения «Домик», да, потому что, в принципе, с него все начинается. И для того, чтобы он у вас эффективно начал работать, нужно немножко разделить для себя, определиться с определенными целевыми аудиториями, да, что я сейчас хочу сделать. Поставьте, пожалуйста, плюсики те, кто в корпорации «Сибирское здоровье» более 3 месяцев. Более 3 месяцев вы сотрудничаете с корпорацией «Сибирское здоровье». Ну и поставьте восклицательные знаки, кто менее 3 месяцев. Или единичку поставьте, кто менее 3 месяцев, чтобы проще было. Есть у нас и новые партнеры, что очень приятно. Знаете, на самом деле, мы постараемся сегодня рассмотреть, как и новым партнерам влиться. Но я думаю, для тех, кто уже более 3 месяцев, тоже будет много полезного. И еще перед тем, как начать, мне бы хотелось, чтобы мы с вами определились немножко, насколько мы владеем. Поставьте, пожалуйста, насколько мы владеем различными инструментами, связанными с интернетом. Поставьте, пожалуйста, в чат мне, напишите от 1 до 10, насколько вы сами оцениваете ваше владение интернетом. Соцсетями, интернетами, интернет-ресурсами различными и так далее. Вот насколько вы продвинутый пользователь от 1 до 10. Ой, у нас тут вообще сегодня аудитория серьезная. Началось все с десяток и восьмерок. Отлично. Вижу, что большинство, в принципе, практически все умеют нормально нажимать кнопочки, скажем так. И вы знаете, мне бы хотелось, чтобы вы себе пометили сейчас сразу маленькую, очень важную задачу, которую вы должны перед собой поставить. Вот первая задача ваша – это обучить владению простейшими навыками, о которых мы сегодня будем говорить, каждого своего партнера. Даже если у него нет дома интернета, если у партнеров ваших нет компьютера, сделайте так, чтобы он вместе с вами, вместе со своим наставником в вашей структуре разобрал постепенно все, что мы сегодня с вами сделаем.
Но в принципе, на самом деле, вы знаете, у каждого из нас с вами есть шикарный инструмент для того, чтобы, по сути, масштабироваться в бизнесе. Это и есть система вебинаров, но об этом мы сегодня поговорим еще. И еще я хотел бы задать один маленький, нескромный вопрос. Это давайте по возрасту немножко, мы так немножко разделимся. Поставьте единички в чат те, кому до 45, и двоечки, кому больше 45. Чтобы нам было понятнее, на какие соцсети больше делать акцент, когда мы будем разбирать реальные инструменты работы. Угу. Ну, приятно видеть, что у нас аудитория, в принципе, 50-50. Да, очень много тех, кому до 45, и это радостно, приятно видеть, потому что это очень активный возраст, да, очень активный возраст для того, чтобы строить бизнес. Хорошо. Сегодня наша с вами задача разобраться в том, как реально работать с инструментами компании. Это первая наша с вами задача будет. Ну и тем, кто реально серьезно настроен что-то делать, мы во второй части, так сказать, примерно, условно, будем больше говорить о практической реализации каких-то вещей, запуска, так сказать, своих воронок определенных, да, когда вы можете направить трафик из интернета. Думаю, сегодня не нужно рассказывать, насколько интернет большая, серьезная площадка. Да, и в принципе я встречаюсь с двумя мнениями. Кто-то говорит, о, это все ерунда, нужно напрямую с человеком общаться, потому что так привыкли. А есть те, кто активно использует интернет для построения и расширения бизнеса. Здесь я хочу вас сразу предостеречь. Ну, не то чтобы предостеречь, но чтобы вы понимали, на что рассчитывать. Когда вы начинаете делать действия в интернет какие-то, ваша задача понимать, что не будет сразу много-много шквала заявок, продаж и так далее. Вы постепенно можете создать, так сказать, из снежинки создать снежный ком. И снежный ком мы будем создавать с вами постепенно. Давайте приступим немножко дальше. Итак, для начала мы разберем онлайн-технологии. Да, самый важный момент, что они нам позволяют. Да? На самом деле онлайн-технологии помогут вам очень легко дублицироваться, потому что любой ваш новый партнер, новый потенциальный клиент и так далее, не выходя из дома, может получать все, что ему необходимо. И регистрироваться, и расширять свою структуру, покупать онлайн с доставкой в разные страны, обучаться и быть в курсе всех важных событий. Вы знаете, на самом деле, в первой части я хочу больше сделать акцент как раз-таки на два последних пункта. Потому что, как ни крути, все начинается с этого. Я немножко даже расскажу маленькую историю, как я когда-то пришел в Сибирское здоровье. Вы знаете, если бы у компании не было того ресурса, который был уже тогда, 4 года назад, в интернете, навряд ли я бы принял решение работать с компанией. Почему? Потому что я бы просто-напросто не разобрался. А так у меня была возможность получить от первоисточника всю-всю исчерпывающую информацию, да, о том, как работает бизнес. Увидеть все непосредственно фильмы о продуктах. Да, ведь фильмы о наших продуктах, которые создает компания, это в принципе визитная карточка нашего бизнеса. Тебе не нужно, особенно на первом этапе, уметь рассказывать обо всех продуктах. А это очень важно. Тебе не нужно уметь красивенько, очень хорошо, профессионально, с умными словами лечить людей, скажем так. Да, это за нас делает компания. Для этого корпорация «Сибирское здоровье» создает нам с вами очень много эффективных инструментов, которые работают за нас с вами. И это главная задача, которую нужно себе понять. Потому что если ты все берешь на себя, то ты очень замедляешься в бизнесе. Чем больше инструментов вы начнете использовать для того, чтобы ваши потенциальные клиенты, партнеры могли узнавать, даже когда вы не открываете рот об этом бизнесе, тем быстрее вы будете развиваться. Потому что все эти инструменты создаются, ну, на высокопрофессиональном уровне, а там учитывается и то, как человек реагирует, и какие сегодня современные тенденции в видеопродвижении, в визуальном продвижении, в SMM-продвижении, это написание текста в соцсетях и так далее.
И все эти инструменты каждый из нас с вами может эффективно использовать для того, чтобы быстрее масштабироваться, особенно в начале, когда у тебя еще нету всего багажа знаний. Я лично для себя сибирское здоровье когда-то реально, ну, внутренне, да, скажем так, психологически, как предприниматель, купил как готовый бизнес под ключ. Бизнес, в котором продумано, об этом очень много рассказывал на одном из вебинаров, по-моему, на предыдущем вебинаре. Да, вы могли внимательно услышать от ведущего лидера корпорации «Сибирское здоровье» Сергея Батко то, как наша компания, в принципе, по каким пунктам подробно разобран наш бизнес под ключ, который мы можем предлагать людям. И это очень важный момент. Когда есть все готовые промо-материалы, это очень облегчает работу любого дистрибьютора, консультанта в «Сибирском здоровье». И это наш с вами сильнейший конкурентный конек и преимущество сильнейшее, что компания создает нам реально сильнейшую, мощнейшую площадку, используя которую мы можем быстро масштабироваться в нашем бизнесе. Есть одно «но», о котором нужно всегда помнить. Друзья, я очень хочу, чтобы вы меня услышали. Под лежачий камень вода не течет. Вы знаете это наверняка и слышали много раз. Чтобы это все начало работать на тебя эффективно, нужна дисциплина. На самом деле, особенно продвижение в интернет, особенно использование интернет-технологий и так далее, это все очень требует от нас с вами жесткой, четкой, конкретной дисциплины по отношению к себе. Вот скажите, а поставьте плюсики в чат, кто уже понял, что без дисциплины в интернет вообще делать нечего. Ты просто проваливаешься как в воронку, которая засасывает, ты можешь часами, днями просидеть, и никакого толку. Есть такое понятие, которое в современном мире очень сильно развито, да, есть такой, так сказать, психологический фактор, что ли, прокрастинация, да, и в современном мире это работает очень сильно, к сожалению. Это то, когда мы увлекаемся, мы шли с одной целью, увидели какой-то отвлекающий баннер, рекламу, пошли дальше, потом дальше, и через полчаса, через час ты выныриваешь и понимаешь, что вроде бы я зашел за одним и уже забыл зачем, и даже не помнишь, что ты там делал. Поэтому очень важный момент – это дисциплина, для того, чтобы использовать все наши инструменты. И, кстати, если вы настроены на применение этих всех вещей сегодня, то поднастройтесь на работу в течение где-то ближайших 1,5-2 часов. Я постараюсь дать, я на школе профессионалов, на клубе профессионалов в Санкт-Петербурге обещал, что мы сегодня как раз-таки поразбираем больше, постараемся еще и технических вещей в нашем бизнесе. Итак, едем дальше. Единая точка входа. Ну, на самом деле, siberianhealth.com – это вообще мощнейший ресурс, который мы можем с вами все использовать по многим-многим моментам. Что он нам с вами дает? Первое – это регистрация, да, самостоятельная онлайн-регистрация. Второе – это дает нам с вами реферальные ссылки, через которые мы можем даже делать продажи на расстоянии. Мы сегодня это с вами тоже разберем. Я сегодня буду еще и переключаться и показывать вам экран, поэтому есть очень хороший способ обучения. Вы знаете, самый важный момент, чтобы это... Я вам искренне благодарен вообще, что вы сегодня в прямом эфире. Потому что именно в прямом эфире мы с вами обмениваемся, да. Очень трудно проводить тренинги, когда все сидят дома, не включив компьютер, да. Ты работаешь с компьютером. Очень приятно работать, когда есть те, кому эти знания нужны в прямом эфире. Это реальное общение, да. Но очень важный момент. Вы после того, как вы этот вебинар пройдете, поставьте себе задачу вообще все вебинары пересмотреть с ручкой. Да, это требует времени, но по-другому научиться невозможно. Но самое важное, что преимущество вебинаров. Вы можете спокойно в любой момент нажать паузу, сделать то, что нужно, и дальше смотреть вебинар. Да, то есть мы постараемся сегодня быстро разобрать основные вещи, которые вы сможете потом взять и реализовать, если вы этого еще не делали. Реферальные ссылки, на самом деле, это и покупки из дома, это интернет-магазин, и это обучение из дома. На самом деле, самый важный момент – это то, что нам дает сайт много-много полезных бизнес-инструментов, как для обучения своей сети, так и для привлечения новых партнеров. Вебинары.
На них я уже, о них я уже говорил. На самом деле запишите себе простую вещь. Вебинары. Все партнеры, которые у вас есть, они просто должны просмотреть всю серию вебинаров для того, чтобы иметь четкую базу. Трудно, вот смотрите, когда, может быть, вы сегодня до конца еще не понимаете, что когда у вас есть большая сеть, нужно как-то в ней запускать дубликацию. Основа нашего бизнеса – это когда простые навыки могут повторить быстро большое количество людей. Тогда ваш бизнес будет развиваться молниеносно. Мало привести человека в бизнес, да, нужно его помочь ему масштабироваться. И это главная задача. Эту главную задачу решает лучше всего все вебинары. С помощью них вы можете, вот смотрите, с помощью серии вебинаров, которые проводят топ-лидеры компании, вы можете, в принципе, повторив их каждый вебинар чуть ли не слово в слово, провести, поставить систему обучения по нашему домику из 8 школ. И это будет очень сильно эффективная система обучения. Не нужно придумать велосипед, нужно просто взять, выучить и передать. На первом этапе это работает так. Для того, чтобы быстро начать масштабироваться, нужно делать простые действия. Потом вы станете, конечно же, отдельной личностью. Потом у вас появятся свои какие-то новые сильные тренинги и так далее. Но самый важный момент, что каждый партнер может научиться давать базу. Даже если вы только вчера пришли в бизнес, и вы просмотрите всю серию вебинаров, вы сможете сделать несколько, у вас сразу появится несколько вещей. Вы будете понимать, как строится бизнес в сибирском здоровье, какие техники и как применять для того, чтобы масштабироваться, и сразу же сможете начать обучать свою структуру. В этом есть сила сибирского здоровья, что мы получаем готовую систему с первых дней. И это на самом деле большое упущение у тех, кто не применяет систему вебинаров и не обучает своих партнеров на расстоянии благодаря этой простой системе. Едем дальше. Сибвалио ТВ. Ну, сегодня, вы знаете, я помню очень хорошо, как 4 года назад выглядел канал сибирского здоровья в интернет. Да? Это был на YouTube, и он еще до сих пор есть, на него тоже подписывайтесь. Там, кстати, много роликов, которые тоже очень хорошо работают, да? Которым 2, 3, 4 года. Особенно по продуктам ролики, просто шикарные. Но время диктует свое, компания создает нам еще и новые инструменты, да? Потому что сегодня большинство людей 15-20-минутный ролик в лоб смотреть не будут. А вот 2-3-минутный обязательно задумаются. Поэтому от Регельми можно давать человеку и один ролик, и потом второй более длинный. Ну, к примеру, да? И так не только от Регельми, а о большинстве наших продуктов есть разные ролики. И это все вы можете посмотреть не только на канале Сибвалио ТВ, но и на YouTube-канале корпорации Сибирского здоровья. Быть в курсе новостей. Обязательно подписаться на новости. Я не знаю, подписались вы на них или нет, но самое приятное не только подписаться самому. Самое важное не только подписаться и читать эти новости самому, потому что, в принципе, да, если вы активны, вы и так будете всегда, благодаря сайту, в поле новостей. Но подписывать каждого своего партнера на новости. Взяли вместе с ним, вместе с гаджетом, сели, зашли на сайт, нажали «Подписаться». Сели за компьютер даже в ЦОКе или у себя дома, зашли с партнером через его аккаунт. Поймите, очень важный момент. Даже если вы сегодня уже всем хорошо владеете, есть, ну, такая психологический обман, есть самообман. Нам начинает казаться, что все вокруг, вот у кого такое бывало, вот ты знаешь, и кажется, что все вокруг это знают. Поставьте плюсики в чат. Да, ты просто-напросто думаешь, что вот это уже знают все. А потом, когда ты сталкиваешься, что вроде как бы я думал, что человек знает, а он, оказывается, и не знает. И это работает на каждом шагу. Именно поэтому вот все навыки, которые вы получаете через вебинары от наставников и так далее, их нужно не просто самим взять и поучиться, а проверить, насколько ими владеет каждый ваш партнер. Это очень важный момент. И взять и подписать на первом этапе все, что очень просто. Не расскажи, а покажи. Вы берете партнера, заходите в его бэк-офис, подписываете его на новости и говорите, вот это же действие тебе нужно делать с каждым твоим новым партнером. Все. Да, чтобы у человека было пройдено, что это легко, просто, он увидел как, и берет и повторяет. Так работает все.
Если вы хотите иметь эффективность, нужно каждый шаг человеку повторять, ну, проделывать вместе с ним. Все события как на ладони. Вот это, на самом деле, я знаю очень хорошо, что многие вот этот инструмент не применяют. Это я даже специально зайду отдельно, потому что... Сейчас, секундочку, я вам открою. Загружусь, открою экран и немножко разберем этот момент. На самом деле, события в одно, ну, как на ладони, это сильнейшее изобретение компании, которое вы можете использовать для хорошего масштабирования в нашем бизнесе. Почему? Потому что не зря говорят, что да, круто, интернет хорошо работает, да, через интернет можно обучаться и так далее. Но многим людям нужно живое общение. И это важно. Мы все с вами люди, да, мы хотим получать эмоции, обмен эмоциями. Мы, в принципе, люди наркоманы эмоций. Посмотрите, да, мы не можем жить без эмоций. Будь то хорошие эмоции, плохие, разрушающие, к сожалению, и такое есть. Но мы не можем не испытывать эмоции. И именно эмоции очень хорошо затрагиваются на живых событиях. Ваша задача просто-напросто для своей группы понимать, где и какие события вы можете когда посетить. Я думаю, многие уже пользуются этим, но мы сейчас откроем экран, запустим. И я немножко вам покажу, чтобы вы понимали, где и что это искать. Скажите, пожалуйста, а вы продолжаете видеть презентацию, да? Вы экран пока не видите. А вот сейчас. Поставьте плюсики в чат, кто видит мой экран. Вот я вожу мышкой, видно, что я вожу вот по моему экрану. Видно экран. Отлично. Итак, где мы берем знания? Мы заходим в свой бэк-офис, я думаю, все знают. Заходим в раздел «События». И здесь мы получаем, видите, сразу «События компании». Мы видим график международных бизнес-сессий. «События лидеров». Мы можем посмотреть, какие форумы и постпромо, где проходят. Расписание заходим. И получаем подробнейшие все-все регионы, где есть впереди события по постпрома. Вот здесь вот вы можете видеть все события и ставить себе, куда вы, какие из них вы будете посещать. Здесь вы можете увидеть, какие события, да, стартовые семинары, форумы и так далее, и видеть, куда вы можете направлять своих людей. Почему это важно? Потому что когда вы человека провели через интернет, и он у вас на расстоянии появился, его нужно довести в ближайшее время на какое-то событие. Вы берете корпоративное событие, видите, семинар информационной технологии Омск, Россия, кому надо. Вы можете вживую сесть и поработать на этом семинаре над информационными технологиями или направить туда человека. Едем дальше. Следующий инструмент. Это социальные сети. Вот здесь очень важный момент. Да? Первое, что нужно сделать с социальными сетями, это нужно взять и подписаться на все социальные сети компании, на все аккаунты компании. Для того, чтобы, мы об этом будем говорить чуть позже, для того, чтобы вы могли инструментарий, который есть на компании, во-первых, на страничках компании, не только сами читать, но и применять для того, чтобы делать реферальные ссылки, для того, чтобы привлекать людей, для того, чтобы делать продажи, в том числе в интернет. Для этого первым делом нужно подписаться на социальные сети компании. Это сделать, я думаю, все понимают, что это в принципе сделать несложно. Скажите, пожалуйста, а поставьте минусики, если, ну, те, кто не понимает, как это делать вообще. Есть такие у нас. Поставьте минусы. Не стесняйтесь. У нас
здесь открыто общение, чтобы мы понимали вообще, стоит это разбирать или нет. Все продвинутые. Вот есть буквально пару человек, кто еще не понимает. Так, понял вас. Хорошо, тогда напишите, пожалуйста, а у кого? Ну, поставьте мне, пожалуйста, плюсик в чат, у кого есть свои аккаунты в хотя бы в трех социальных сетях. Поставьте плюсики в чат, у кого в трех социальных сетях хотя бы есть свои аккаунты. У кого-то во всех. То есть у большинства есть. Те, у кого нет, срочно завести. Здесь рекомендую простое правило. Первое. Не бойтесь нажимать кнопочки. Интернет, он вас не съест, он вас с вами ничего страшного не сделает, нужно просто не бояться, всегда можно отменить действие. Для этого нужно зайти в три основные соцсети: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, ну я бы даже сказал Instagram, 4. Это именно для того, чтобы продвигаться, да, продвигаться как бренду сибирского здоровья и как предпринимателю. YouTube, кстати, это тоже очень сильная социальная сеть, которую многие, ну, боятся еще пока использовать, но на самом деле за ней большое будущее. Посмотрите, сегодня Facebook полностью включил, да, в ленту видео, когда ты заливаешь видео именно в Facebook, потому что понимают, что, насколько видеоконтент хорошо контактирует с людьми. Да? Тем, кто ставил минусики, не бойтесь набрать, просто вы заходите в любую социальную сеть, набираете «Сибирское здоровье» и находите официальная группа «Siberian Health» или официальная страница «Siberian Health». Я даже немножко сейчас вам покажу, что это такое. И заодно мы с вами немного разберем, как сразу же, ну, немножко практики, да, как использовать те же реферальные ссылки в соцсетях сейчас, чтобы не переключаться, нам каждый раз долго не ждать. Так, я думаю, вы видите мой канал. Что мы можем сделать? К примеру, вот моя страничка в Facebook. Я не придумаю велосипед вот здесь, в командной строке поиска. Могу набрать... Сибирское, видите, даже не надо полностью мне набирать. Сибирское здоровье вы начали набирать, вот он сразу находится, официальная страничка компании. И здесь мы с вами получаем огромное количество полезного контента. Контента, который мы можем применять для своего бизнеса, для масштабирования и так далее. Ну вот, к примеру, последний продукт Siberian Health Sport, да. Сильнейшая линейка, но не знаю, где... Появилась ли она везде в продаже, но я знаю, что с ней вы сможете быстро очень масштабироваться в интернете. Но не нужно это делать в лоб. Или, например, вот волшебный сон. Простой продукт, который многие люди могут себе позволить. Он недорогой. Из него можно сделать очень хороший продающий пост. Да, каким образом это все я применяю? К примеру, ну вот зайдем на... Откроем отдельно сейчас мою страничку. Вот есть я, вот есть открыто в отдельной страничке «Сибирское здоровье». Как открывать в отдельной страничке, если кто-то не умеет? Берете вот здесь вот, правой кнопочкой мыши нажимаете и нажимаете «Открыть ссылку в новой вкладке». Все, в новой рядышком вкладке появится следующая страничка. А вообще есть очень хорошее лекарство для всех, кто не умеет чем что-то сделать. Вы заходите в YouTube, набираете там «Как создать аккаунт на Facebook», к примеру, или «Как создать свою страничку ВКонтакте». Набрали, посмотрели видеоуроки вам, практически на все вопросы, на огромнейшее большинство вопросов есть ответы прямо в YouTube, где вам прямо с демонстрации экрана показано, на какую кнопочку нажать, что нужно сделать. Поэтому не бойтесь, изучайте, просто дисциплинируйте себя, чтобы всему этому составьте небольшой план и уделяйте этому буквально полчаса, час в день. Если вы в течение 90 дней будете уделять по часу, поверьте, вы станете супер продвинутым в интернете. Итак, к
примеру, мы заходим на наш сайт, да, реферальные ссылки, мы с вами их разбирали. Вы заходите в свой собственный бэк-офис и делаете реферальную ссылку. Где мы это делаем? Заходим в сервисы, реферальные ссылки, создание реферальных ссылок. Если чего-то не бойтесь, если чего-то вы сейчас не запомните, вы можете посмотреть потом вебинар, пересмотреть в записи, ставите паузу и выполняйте мои же действия. Выбираем Россия. И смотрите, самое приятное, здесь сразу нам выдается компания, создана много инструментов, готовых, продающих инструментов. Но, к примеру, мы хотим все-таки человека довести непосредственно до, помните, у нас пост был о чае «Волшебный сон». Что нам нужно сделать? Мы заходим, создаем реферальную ссылку «Интернет-магазин». Вот это наша реферальная ссылка, и вот здесь есть нажать «Копировать». Мало самому пройти по ней, нужно обязательно скопировать. Я сейчас вам расскажу для чего. Дальше мы выходим из собственного кабинета. Очень важный момент, чтобы ссылка реферальная хорошо работала дальше, чтобы нам из нее сделать то, что приведет человека прямо к покупке волшебного сна, мы должны выйти из личного кабинета. Дальше вот сюда в командную строку вставить, да, или Ctrl-C мы нажимаем, Ctrl-V, либо мы берем правой кнопкой мышки нажимаем и здесь вставить. Вставили и запустили интернет-магазин. Вот здесь начинается самое интересное. Мало людям дать ссылку на интернет-магазин. Вот, видите, в интернет-магазин зашлось по этой реферальной ссылке, и если человек нажмет даже, например, регистрация, у него уже указаны наставники, видите, Матишук Павел и Олег. И здесь, если вы зайдете вот в этот интернет-магазин, не выйдя из собственного аккаунта, именно на siberianhealth.com, да, почему нужно было выйти в открытый доступ? Потому что нам с вами нужно дойти дальше, нам нужно дойти дальше и сохранить другую немножко ссылку. Итак, мы заходим в здоровье, мы ищем с вами чай, помните ли? Где наш чай? Здорово. Вот здесь заходим в здоровье, целебная трава Ольхона. Вот. Важно понять, что человек, который вообще никогда не пользовался сайтом Сибирского здоровья, интернет-магазином Сибирского здоровья, если мы ему дадим просто на интернет-магазин ссылочку, то он дальше чай может не найти. Люди не любят сегодня в интернете долго что-то искать. Запомните для себя правило. Правило первых 15 секунд. Человек, когда попадает по вашей ссылочке куда-то, у вас есть 10-15 секунд, чтобы он сделал действие, купил, скажем так. Если он что-то не понимает, а ему нужно потратить больше времени, продажа не состоится. Это очень важное правило, которое вы должны запомнить, поэтому я вам показываю, как пройти дальше. Да, мы находим чай, который нам необходим. Седативный чай. Да? И нажимаем на него. Вот здесь полностью наш седативный чай, где человек может о нем сразу же почитать, где человек может сразу же увидеть, сколько он стоит, и нажать в корзину. И когда он захочет купить, его компания уже предложит ему зарегистрироваться. Вот именно вот эта реферальная ссылка нам с вами нужна, чтобы мы привели человека прямо на покупку этого чая. Если ему будет интересно дальше, чаще всего я сталкиваюсь с каким возражением. Ой, я хочу, чтобы он не только чай купил, может еще что-нибудь. Кому бы хотелось, чтобы человек покупал не только чай, поставьте плюсики в чат, а сразу побольше. Ведь у нас же много хороших продуктов. Кому бы так хотелось?
Ну, может и притормаживает у кого-то видео. Вы меня уж простите, я не могу весь интернет. Это интернет издержки. Посмотрите потом запись. Угу. Спасибо. Хотелось бы многим. И это есть наша главная психологическая ошибка. Потом человек купит много. Наша задача, чтобы здесь и сейчас он очень просто прошел. Его заинтересовала статья. Мы сейчас будем брать вот эту статью. Да? Ему это стало интересно, и он должен по этой статье получить сразу же, здесь и сейчас, то, что ему надо. Волшебный сон. Поэтому мы проводим его вот сюда. И вот эту же ссылку, которая вот здесь в командной строке появилась, мы с вами копируем, сохраняем. И уже, вот смотрите, я вам в новой вкладке даже открою. Правой кнопочки мыши вставить и нажать вот. Смотрите, куда приводит человека сразу же эта ссылка. Видите, куда? Прямо чай. Добавить в корзину. Все, товар в корзине. Мы заходим в корзину. И видим. Видите? Либо человеку нужно авторизоваться, либо зарегистрироваться. Он дальше регистрируется, и он уже под вами. Потому что, видите, компания автоматически подставляет ваши данные. И это очень важный момент. В этом и есть суть нашей реферальной ссылки. И вы привели человека на конкретную покупку, и он сразу же, когда у него есть конкретика, люди не хотят тратить много времени, есть конкретика, он нажал «Добавить», зашел, ввел данные, все, у вас есть привилегированный клиент с покупкой чая. Поставьте, пожалуйста, единички в чат, если вам понятно, что, о чем я говорю. Кому непонятно, поставьте двоечки. Двоечек пока не вижу, и это хорошо. Вот, буквально парочка. Ирина Владимировна, обязательно, обязательно пересмотрите и наш вебинар потом, и все, у кого двоечки, и просто прямо то, что я сделал, прямо возьмите и потыкайте, не бойтесь кнопочки нажимать в интернете. Нажимаете паузу на просмотр вебинара, делаете действие, которое я показал. Едем дальше. Спасибо за обратный отзыв. Вижу, что вам интересно. Едем дальше. Дальше я захожу на свою собственную страницу, ну, к примеру, в Facebook. Вот здесь мне нужно написать, о чем я думаю. Я захожу в официальную группу Сибирского здоровья. Нужно сделать пост. Я беру, копирую пост, нажимаю еще. Копирую пост, который написала компания, где красиво уже все написано. Видите? Копировать. И вставляю в своей страничке уже готовый пост. Сюда еще мне нужно присоединить картинку. Конечно же, это же инструмент. Это не нужно делать каждый день. Но, ну, мы об этом сейчас поговорим. Да, мы берем картинку и копируем. Дальше, вот здесь вот, где мы написали пост, добавить фото к своей... Вот вставилась картинка, да, правой кнопкой мыши после текста, вставить. Все, мы вставили картинку, у нас есть пост, и нам осталось сделать самый важный момент. В конце текста нам нужно, помните, у нас открыт интернет-магазин с выходом прямо на чай. Вот эта ссылочка, которую мы копируем и вставляем вот в этот пост. Отправить. Мы сейчас с вами увидим результат. Видите? У меня в новостной ленте появился целый пост, где описан с картиночкой красиво, готовый рекламный пост. И по ссылочке, если человек проходит, я совершаю ему продажу. Вот как это работает. Вы должны понимать, что нужно доводить человека до последнего момента, да, чтобы все было
полностью. Для этого нам компания и делает. Но самый важный момент. Не нужно здесь и сейчас сразу же бежать всем на все ссылки. Все, я сейчас продам все, что есть в новостной ленте в группах Сибирского здоровья. Огонь. Здесь маленькая предосторожность. Нажмите на тормоза. Об этом мы сейчас с вами и поговорим. Вот готовый пост. Первое. Для того, чтобы это все начать применять, мы с вами немножко докрутим наши ресурсы. Итак, быть мобильным, я думаю, это всем понятно. Еще мы вернемся к тому, что я показал, для того, чтобы немножко пройти дальше, рассмотреть все. Мобильные приложения для ваших устройств. Хотелось бы немножко разобрать их. Вот здесь есть очень важный момент. Мобильное приложение, которое есть в компании By Siberian, Back Office и My Market, это три очень важных приложения, которые вы можете легко, благодаря которым вы можете дублицировать в своем бизнесе. Например, By Siberian — это вообще просто бомба. Через него люди, ваши потенциальные клиенты или уже те, кто стали клиентами, вы можете быстро, сразу же, не нужно ничего придумывать, их компания будет оповещать вместо вас об акциях. Они сами смогут прямо с интернета, с телефона зайти в интернет и сделать покупку. Спасибо за обратный отзыв. А скажите, кому понравилось и понятно, как применять реферальные ссылки, поставьте, пожалуйста, плюсики. Вообще, вам было это полезно, то, что я сейчас показывал, или так? Чтобы понимать, может быть, нужно глубже показывать, вы уже все сами умеете. Окей. Ну, я рад, что я сдал то, что нужно. Отлично. Едем дальше. Спасибо большое за отзыв. Едем дальше. Мобильное приложение. Обязательно используйте. Возьмите просто первым делом для того, чтобы эффективно их использовать для людей. Первым делом установите себе. Установите себе My Market, Back Office и By Siberian. Я к компьютеру даже не подхожу не целыми днями, да, по несколько дней. Потому что у меня все приложения установлены на смартфон, на планшет, и мне не нужно, нет необходимости даже пользоваться компьютером. Я получаю от компании полностью всю информацию в бэк-офисе, я вижу, контролирую свой бизнес. Если мне нужно человеку показать, как совершить покупку, я ему показываю By Siberian. Если мне нужно ехать в регион, и мне нужно, ну, туда многим моим партнерам доставить заказы, я использую My Market. И эти все инструменты, они помогают вам очень эффективно, быстро развиваться в бизнесе. Следующий пункт – это жми старт. Вообще, я знаю, что многие недооценивают именно работу со жми стартом. Вы знаете, даже если вам кажется, что вы сами все делаете по-другому, даже если вы думаете, что этот человек, может быть, будет делать, не будет, просмотрит он все или нет, поверьте мне, даже если человек, вы просто новому человеку покажете, что есть такой инструмент, на нем покажете фильм, покажете, как это работает, все, он просто будет в шоке от того, что есть такие инструменты готовые, и объяснить, что благодаря этому инструменту ты можешь реально масштабироваться и показывать, это реальная готовая визитная карточка. А скажите, пожалуйста, поставьте, ну давайте не плюсики, давайте пятерочку в чат, если, ну, те, у кого использование жми старта дало позитивный результат на встречах с новыми партнерами и так далее. Кому помогает жми старт, поставьте пятерочки в плюс, пожалуйста. Татьяна Ивановна, не сомневался. Большой вам привет, Лебедин. Угу. А тем, кто не использует, посмотрите, как много эффективно, ну, насколько многим помогает эффективно работать именно как раз таки жми старт. Вы можете реально его использовать. Я вам говорю, я показываю, когда другим сетевикам, людям, которые работают в других конкурирующих компаниях, это приложение, у них отпадают все слова. Мне не нужно ничего рассказывать, насколько серьезно все компания. Дальше я захожу в бэк-офис, и очень важный момент заговорил. Обратите внимание, что в большинстве случаев, особенно люди, которые были в какой-нибудь другой компании, если вы им предлагаете бизнес, они говорят, у нас тоже есть бэк-офис, у нас все это тоже есть. И чаще всего мы думаем, ну есть, круто. Здесь самый важный момент.
Наиважнейший. Сказать, я знаю, я уверен, что у тебя есть, потому что сегодня вообще невозможно в сетевом бизнесе никакой компании развиваться, если у тебя нету электронных приложений, через которые люди могут увидеть структуру и так далее. Но давай уделим буквально 2-3 минутки, и я тебе покажу, как это выглядит в сибирском здоровье. Ну, это я насчет Украины. У нас на Украине неудобно делать расчеты. А не надо делать расчеты. Вы расчеты сделаете ему потом. Вы не обращайте внимания на расчеты. Ваша задача человеку хотя бы показать, каждому человеку, чтобы он видел, он попал в информационное поле компании. Очень важный момент. И некоторые вы сразу презентуете, даже при встрече. Это все инструменты, которые вы можете просто бизнеса. Так вот, как только вы сделаете любому сетевику экскурсию по бэк-офису и по жмистарту, он увидит, такого нет ни у кого. Поверьте мне, у самых мощных, международных, крупнейших корпораций мира в сетевом маркетинге рядом не стояли все эти инструменты. То есть у них просто, ну простите за выражение, может быть не в эфире сказано, отстой. Да, то есть далеко. И когда вы это показываете, человек визуально покупает картинку, он понимает, а я захожу, показываю, а вот видишь, здесь мой бэк-офис, а здесь я вижу всю свою структуру, а баллы я вижу, прибавление баллов каждый божий день, в какой бы стране не были совершены покупки. А вот здесь я вижу, компания за меня посчитала чеки даже по всем странам, да, и так далее. То есть все эти нюансы, как только вы человеку показываете, а вот здесь у нас корпоративное обучение, и вот твой любой новичок сразу получает всю систему, пожалуйста, открыто для всех. И как только они видят все эти инструменты, нужно просто их презентовать в течение буквально 2-3 минут, показывая визуально. А вот здесь жмистарт, ты можешь не только сам обучиться, но и сразу же и планирование составить со всеми ключевыми партнерами. А дальше для, например, для профессионалов, я думаю, здесь есть, надеюсь, у нас профессионалы, те, кто пользуется углубленными приложениями в жмистарт, да, там сейчас для профессионалов и выше у нас солиты очень подробные презентации, да, все, которые все, что вы можете применять для роста нашего бизнеса. И это очень круто. Телеграм, это вообще, в принципе, да, как сказал Максим Ким, они, ну, компания еще докручивает это приложение, но в Телеграм, Siberian Bot в Телеграм, это очень прикольная штучка. Да, которая, в принципе, даже иногда напоминает «воспользуйся мной». И это очень круто, если вы человеку помогли установить его сразу же. Самый важный момент, когда вы заходите в Play Market или App Store, не ищите сразу Siberian Bot. Маленькая просто технический такой лайфхак, да? Ваша задача найти Telegram, установить, и потом уже в Телеграме найти приложение Siberian Bot и установить, если вы его еще не устанавливали. Следующий момент. Получать обратную связь. И мне повезло, ну, появилась, была возможность в Санкт-Петербурге на празднике нашей компании, да, когда мы работали на клубе профессионалов, пообщаться с, ну, с теми, кто непосредственно занимается развитием информационных технологий компании. И вы знаете, самое приятное, что я услышал, то, чем многие партнеры сегодня не пользуются. Это обратная связь. Причем обратная связь абсолютно из любой точки. Если вы просто не на сайте, а вы просто, вот, к примеру, в группе на официальной страничке Сибирского здоровья, вы нажимаете кнопочку «Написать», «Обратная связь», пишите. Все эти данные сливаются к одним и тем же людям. И где бы вы, где бы ваш человек не контактировал с компанией, везде он получит полностью поддержку и рассмотрение любого его вопроса. Ну, я думаю, на сайте вы знаете, где есть обратная связь, да, когда мы можем спокойненько зайти и написать в рубрике «Спрашивайте на здоровье». Я просто себе как шпаргалочку открываю сейчас немножко, чтобы было. Секундочку, извините. Продолжаем дальше. Обратная связь и вопросы экспертам. Да, мы это разобрали.
Ну и мне бы хотелось еще немножко разобрать с вами практические задания, которые вам необходимо будет проделать в обязательном порядке. Сейчас мы с вами поработаем над практическим применением. Спасибо большое, Татьяна Ивановна. Давайте пока здесь, это не тема немножко нашего вебинара, да, расчеты баллов и так далее, это можно всегда уточнить на месте и друг другу передать, в том числе через как раз таки вопросы в компании, если они возникают. Давайте разберем теперь, мне бы хотелось, чтобы мы с вами разобрали не только инструменты компании, которые нам компания создала. Да, здесь подытожить надо единственное. Эти инструменты, ваша задача провести каждого своего партнера, чтобы они начали их использовать. При этом я вам могу сказать очень важный секрет для дубликации. Вот расскажите мне, у кого из вас, поставьте плюсики в чат, у кого из вас есть партнеры, и их, ну, в принципе, не один, два, три, а может и пять, и десять, которые неактивно пользуются интернетом. Поставьте плюсики в чат, если у вас есть такие, кто не пользуется активно интернетом. Вижу. И кажется, ну блин, ну как же их всех заставить, как же их всех научить и так далее. Ну если бы они хоть немножко прикоснулись, они бы смогли просто гораздо быстрее развиваться. Но, конечно же, этих людей нужно ставить в курс. Но здесь есть очень важный момент. Вы знаете, момент, на который вы сами себе большими буквами должны написать, обратить внимание и сделать как домашнее задание. Это поработать по всей глубине. Если у вас человек сам чего-то не использует, ваш партнер, но у него есть партнеры, проконтролируйте. Это вам маленькое такое, как наставническое обязательное задание. Контролируйте до третьей, до четвертой, до пятой глубины. Спускайте информацию, смотрите, кто есть, кто хочет это использовать, и, ну или хотя бы мог бы использовать, да, и доносите информацию, садитесь, показывайте, вместе устанавливайте приложение, вместе подключайте, вместе показывайте, как использовать реферальные ссылки, тогда это будет работать гораздо быстрее. Потому что даже если вы на расстоянии, ну, к примеру, вы обучились здесь сегодня, да, или вы работаете с наставниками через вебинары, либо работаете вместе, но не знаете, как обучить людей, отправляете их только сюда. Они пришли, посмотрели, ничего не сделали. А если человек сам, ваш, так сказать, ключевой человек, да, кого вы лично пригласили, сам не использует, то он не спустит это и в структуру. Всегда старайтесь спускать дублируемую информацию до третьей активной глубины. То есть если у вас подписан консультант, и он, так сказать, с отношением клиента, или он, под ним есть еще клиент, под тем клиентом еще клиент, а там появился человек, который говорит, ой, я хочу даже что-то зарабатывать. Вот, это первая активная глубина. Вот это очень важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Итак, перейдем к практической части, что нужно сделать вам, чтобы интернет начал постепенно все больше и больше работать на вас. Первое. Это целевая аудитория. Нам с вами нужно четко понимать, к кому мы хотим обращаться. Поймите, слово «ведь наш продукт нужен всем» – это не работает. Ну ведь всем же нужны наши моющие средства. Как, зачем же мне обращаться только к определенной целевой аудитории? Это не работает. Поймите, самый важный момент, на который нужно обратить внимание. Я хочу, чтобы вы меня очень хорошо услышали. Представьте, вот поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, кто, ну или давайте не плюсики, давайте на семерочку это будет. Семерочку в чат, кто работает на холодном рынке с помощью промостойки, с помощью холодных контактов, с помощью соцопросов, кто хотя бы пробовал это делать. Семерочки в чат, пожалуйста, поставьте. Угу. Многие. А теперь поставьте, пожалуйста, единичку в чат, те, кто со мной согласятся в следующем. Настолько трудно, настолько разные люди, настолько не понимают, они тебя не понимают. Кто, вот, кто сталкивался с таким? Поставьте теперь единички в чат. Что нас трудно, чтобы люди тебя купили здесь и сейчас сразу на холодном рынке. И в этом есть самое главное испытание, которое многие не могут даже пройти.
И в принципе, ведь смотрите, спасибо большое, вижу, вы понимаете, да, это такое в сердцах. Я понимаю вас прекрасно, потому что сам это делаю периодически. Потому что невозможно увести свой бизнес полностью в интернет, нужно работать вживую, это всегда тебя расшевеливает, поднимает твою планку профессионализма на более высокий уровень. Да? Но исходя из этого, нужно сделать очень важный вывод. Ведь в интернете, когда человек заходит на вашу страничку или видит ваш пост в ленте новостей или подписывается в вашу группу, очень важный момент, на который нужно обратить внимание, он еще холоднее. Этот человек по отношению к вам еще холоднее. Потому что если человек на улице, и вы к нему обращаетесь, к примеру, на улице или там в торговом центре или еще где-то, делаете холодный контакт, он на вас смотрит, он видит ваши глаза, он слышит ваш голос. И это уже гораздо теплее, чем он увидел просто в ленте новостей. И вы должны его задеть. А как? Чем вы его заденете? Почему он должен именно ваш пост увидеть и подписаться, и пройти и сделать покупку? Почему он должен на нем задержать свое внимание? Видите, компания делает нам красивые сразу же в постах, красивые фотографии, красивые картинки, интересные тексты цепляющие. Но ведь нам же наша задача расширить аудиторию. Кто это все прочитает? И эти люди как раз таки будут присоединяться, ну, к примеру, к вам в друзья, да, подписываться в вашу группу, не только потому, что вы сибирское здоровье. Вы их должны задеть. И поэтому вам нужно понимать, на какую целевую аудиторию вы можете работать очень максимально эффективно. Поймите, в интернете людей хватит на огромное количество сетей. Мы иногда не понимаем, потому что порядок цифр в миллиарды. В одной только сети Facebook зарегистрировано более 3 миллиардов, уже, по-моему, даже еще больше. Большая часть земного шара. И трафик в интернете огромный. Главный момент, как сделать так, чтобы из этого трафика затронуть человека. И поверьте, если ваша целевая аудитория будет, к примеру, строго, жестко направлена на 20-25 лет, вам хватит людей. Если ваша целевая аудитория с точки зрения продаж продукта будет только 30-35 лет, это вам людей все равно хватит. Если это будут люди только 55 лет, это вам людей хватит. Просто нужно для себя понять, если вы хотите, для чего нужно понять целевую аудиторию, чтобы понимать, в какой соцсети делать больше акцент вам, потому что разная соцсеть дает разную целевую аудиторию немножко. Если мы возьмем продажи наших продуктов здоровья, к примеру, да, то я думаю, что для многих подойдет подойдут одноклассники. Особенно если ваша целевая аудитория старше 40, то прямиком в одноклассники. Там потихоньку, но вам не запомните, когда люди читают о вас что-то, для них, у них не должно создаться впечатление, что у вас все о сибирском здоровье. Вы должны им показаться живым человеком. Они должны увидеть вашу жизнь, ваши эмоции, ваши передвижения, ваши мысли в том числе. И целевая аудитория это и есть, ну, к примеру, у кого были такие мысли? Вот поставьте плюсики в чат, у кого были мысли? Ну, вот, блин, лидеры пишут такие интересные посты в соцсетях. Я читаю, блин, целый тренинг. Ирина и Нехаенки, что ни пост не прочитаешь, с ума сойти. Можно сразу, готовый тренинг. Почитаешь, посмотришь видеоролик Алены Басовой, все, сразу хочется, вот прям за 2 секунды тренинг. И так далее, и так далее. Алены Корвель, Алена, извини, пожалуйста. И Олега Басова, да? Посмотрел пост еще кого-то из лидеров. Все, выносит крышу, прям обалдеть. Я так никогда не смогу. Вот поставьте плюсики. Я так никогда не смогу. У кого такие мысли бывают? Ой, ну как минимум не сейчас. Я немножко подучусь. И тогда уже буду писать. Вот тогда я уже напишу интересный пост. А сейчас пока я буду читать, читать и читать, и учиться, и учиться, и учиться. Спасибо, Можга или Можга, извините, если неправильно. Вы правы, мы можем все.
И это главное, что вы должны запомнить, когда вы пользуетесь интернетом. Вам нужно определиться со своей целевой аудиторией, исходя из того, чем вы можете делиться. Вам не нужно быть Олегом Матишуком, вам не нужно быть Ириной Нехаенко, вам не нужно быть Галиной Мизининой или Сергеем Ивановичем Шаповалюком. Вам нужно быть самим собой. Это самый важный момент. И каждый из нас с вами имеет сегодня свои преимущества на свою определенную целевую аудиторию. К примеру, вы увлекаетесь животными. Вот поставьте плюсики, пожалуйста, в чат, кто, у кого есть животные и кто этой темой очень увлекается. Есть такие у нас сегодня? О, видите, много нас таких даже сегодня. Ну или, к примеру, вы увлекаетесь цветами. У вас дома целый розарий, чуть ли не зимний сад и так далее. И поставьте единички в чат, кто увлекается цветами. Есть такие у нас? Есть. Вот. А поставьте, пожалуйста, пятерочки в чат, кто из вас реально сам очень увлекается спортом, ходит в тренажерный зал или ходит играть во что-то. Я, к примеру, очень люблю играть в бадминтон. Очень сильная игра. За одну игру ты можешь потерять 2-3 килограмма веса, когда одна тренировка происходит. Так, есть такие. Смотрите, мы с вами уже выделили несколько целевых аудиторий, на которых каждый из нас может в отдельности сфокусироваться. И здесь еще одно. Спасибо большое за обратную связь. Любим ходить в походы. Круто! Ходить в походы – это сильнейшая целевая аудитория. Если вы зайдете, банально, к примеру, в ВКонтакте или в Фейсбуке, и начнете искать группы, связанные с путешествиями, с походами, с активным образом жизни, вы найдете огромное количество групп, в которых тысячи и даже десятки тысяч людей. И это все отдельная целевая аудитория. По увлечениям – это очень классная штука, искать целевые аудитории по тем, в той области, чем люди увлекаются. К примеру, те, кто любят животных, очень увлекаются большинство людей и хорошо отзываются на эко-подход, потому что это для них важно. Через это вы можете создать свою группу, которая будет, чат, паблик, страницу или свою группу, об этом поговорим, и работать на эту целевую аудиторию. Даже если вы видите, к примеру, по поиску, например, спорт, связанный, активный образ жизни, видите много групп, и вам кажется, ой, там уже столько людей, меня никто не найдет, помните, вода камень точит. Вам нужно начать создавать контент, тот, в котором вы плаваете, тот, который трепещет ваше сердце, вашу душу. И тогда вы сможете, вам не нужно будет придумывать. Делитесь. Я немножко вам покажу на собственном примере. Целевая аудитория. Я лично про себя скажу, можно сказать, шизик в сетевом маркетинге. Я реально обожаю этот бизнес, я занимаюсь им профессионально и постоянно в нем образовываюсь. И моя целевая аудитория в интернете, например, это люди, которые занимаются сетевым маркетингом. Понятно, что я не могу им в лоб продавать сибирское здоровье. Это глупо. Потому что каждый человек, который, неважно в какой он компании, он, в принципе, если он там делает хоть какие-то действия, он уже приверженец. И мне нужно этих людей как? Вовлечь через что-то полезное, что они могут применить на практике, так же, как и я, и мы с вами. К примеру, у меня создан отдельный целый клуб. Я сейчас вам открою экран и немножко поделюсь примером, чтобы вам это было понятно, как это можно сделать вам. Так, включаем рабочий стол. Перед тем, как включу рабочий стол, дайте мне обратную связь. Вы настроены работать еще минут 30-40? Поставьте плюсики в чат, если мы работаем плотно дальше, чтобы я знал, торопиться нам или нет. Угу. Спасибо большое. Рад, что вы не засыпаете. Значит, будем
Будем стараться выдать еще вам больше полезных практических вещей. Спасибо за обратный отзыв. Итак, едем дальше. Открываю сейчас вам экран и будем работать. Так, ну, я для начала покажу на примере Фейсбука. Вот моя личная страничка в Facebook, видите, в которой мы с вами даже пост. О, и я уже даже получил, пока мы с вами говорили, видите, в Украине, Александрия, нет такого чая. Вроде бы, ну, непонятно, пост хороший, ну, отзыв хороший или плохой. Но на самом деле, даже с таким комментарием вы получаете плюс в карму, образно говоря, что, да, в своей ленте. Потому что вы можете начать отвечать и работать с этим. Заметьте, причем пост, если это человек, ну, я так понимаю, это он наш партнер, да, но вы с ним можете развести дискуссию, целый диалог, который люди, которые листают, увидят эту новость, они обратят внимание, что там даже диалог есть. Это задержит их внимание. Социальное подтверждение для людей очень важно. Начните обязательно дружиться друг с другом, подпишитесь на все странички компании и подписывайтесь на страницы, ну, друг друга. Что значит подписывайтесь? Есть страницы разные. Вот эта страница — это я, Олег Матишук. Я здесь делюсь именно от себя, ну, так сказать, в какой-то степени своей жизнью. Но у нас с вами есть инструменты в Facebook, на которые вы должны обратить внимание. Вот у меня, если я открываю здесь, видите, есть еще две странички. Это называется паблик страницы. Вот они у меня открыты. Это паблик страница Leader Mix Club, через которое и паблик страница Олег Матишук, деловой человек. Я думаю, ну, кто-то из вас, наверное, даже подписан. Что значит подписаться на страницу? Это вы заходите на страницу, вам нравится контент, и вы ставите «нравится». Все. Вы подписаны на страницу. И вы от этой страницы будете у себя, как минимум в ленте, видеть часто, ну, те новости, которые выходят, полезности. Да, видите, и на этих страницах есть и наши партнеры, и не только, и делятся, и смотрят. И, но на этих паблик-страницах, что самое важное, я могу себя продвигать более быстрым способом в интернет. Немножко сейчас поделюсь. Не нужно продвигать только через такие страницы ваш, ну, конкретно наш продукт, да, я думаю, те, кто были на Новых Горизонтах в Санкт-Петербурге, помнят, что Макс Ким обращал на это внимание. Не нужно продавать людям в лоб, да, и использовать в лоб платную рекламу. Но для того, чтобы масштабироваться, вы можете создать свои сообщества и постепенно их рекламировать. Для чего? Чтобы сюда подписывались разные люди. Ведь самый важный момент — понять, что нам нужно выйти на большой, в океане интернета нам нужно начать создавать свои ручейки, через которые люди будут о нас узнавать. Да? Нужен поток определенной рекламы. Когда мы делаем друг другу лайки, когда мы репостим новости друг друга, когда мы комментируем друг друга и так далее, это все активность, которая приводит к дополнительному трафику. Когда пост, если его лайкают, делают репосты и так далее, он разлетается все больше и больше и больше во всем интернете. И это очень важно. Это я вам простыми словами пытаюсь объяснить, чтобы вам было понятно. И все соцсети на это обращают внимание. И если какой-то пост, вокруг него большая активность, он все показывается большему количеству людей. Но для чего есть паблик-страницы? Как создать паблик-страницу или свою бизнес-страничку, я не буду сейчас рассказывать, но вы можете, я специально проверял, зайти в YouTube. Я даже вам покажу сейчас. Вот смотрите, заходите, нажимаете YouTube. Вот вы не знаете, как создать паблик-страничку. Паблик-страничка – это деловая страница для рекламы. Вот они две у меня, да? Заходите в YouTube, набираем. Все в прямом эфире. Смотрите. Как создать, видите, даже есть как создать канал на YouTube. Это тоже нужно сделать. Очень рекомендую. Не думайте, что сейчас много-много информации вам попадает в голову и ее нужно всю не переварить. В
Ваша задача дисциплинироваться по одному часику в день. И тогда интернет постепенно, используя вот все, что мы с вами разбираем, вы сможете через полгода-год иметь большой трафик и продажи, и подписи людей. Но дисциплина. Я думаю, вы не пришли в наш бизнес для того, чтобы завтра его закончить. Я верю, что в сибирском здоровье каждый из нас с вами может создать реально жизнь на многие-многие годы вперед. Лично у меня цель — это создать реально семейный большой бизнес, который можно передавать, который я собираюсь передать по наследству и детям, и внукам. И я знаю, что это возможно с сибирским здоровьем. И убеждаюсь в этом все больше и больше с каждым днем. Ну, в принципе, уже убедился на 100% давно. Да, и поэтому сегодня я строю свои планы. Когда я что-то делаю, когда я думаю, что и как мне делать, я строю свои планы на 3, на 5, на 10 лет вперед. И когда мы говорим об интернет-продвижении, об этом тоже подумайте, что сегодня может быть вам лень, может быть, вы чего-то не умеете. Ой, нужно придумать пост, написать, как я люблю свою собаку. К примеру, что толку? Но потом вы представьте, что этот пост постепенно, вы сделаете еще один, потом еще один, а в вашей группе узнает 10 человек, потом 100 человек, потом 1000, потом 10 тысяч. Это постепенно накопится, как снежный ком. И через, вот представьте, я начал развиваться, ну, более-менее, немножко уделять внимание интернету побольше, ну, грубо говоря, 1.5-2 года назад. Да, сегодня, к примеру, вы можете увидеть, что у меня в друзьях около 5000 человек, что у меня на канале, да, мои видео имеют некоторые даже уже по несколько тысяч просмотров, и у меня даже через мои видео уже приходят партнеры в бизнес, причем приходят из традиционного бизнеса. Вот у нас есть в команде семейная пара, да, ребята, парень вообще занимается собственным крупным довольно-таки бизнесом с автомобилями, и он, посмотрев ролики в YouTube, пришел, сам нашел меня и захотел делать бизнес с сибирским здоровьем. И такие примеры я знаю не только у меня, таких примеров много. И если вы хотите создать этот снежный ком, нужно начать делать сегодня, постепенно создавать свою экспертность на свою целевую аудиторию. Итак, как создать, к примеру, паблик, страницу. Видите, даже не дает вариантов, но в Facebook. Видите, есть готовый урок. Я не знаю, что это за девушка, но я зашел, специально посмотрел, она дает краткую, четкую инструкцию, как вы можете взять и сделать свой паблик-страничку. Потому что я сейчас вам подробно всего не расскажу. И вот у вас может быть такая страничка, к примеру, по интересам, ну, может направлена быть на любовь к животным, может быть направлена на любовь к растениям, может быть направлена на здоровье, в конце концов, на здоровый образ жизни и так далее. И где вы делитесь своими находками и открытиями в жизни в этой области. И потом, может быть, иногда раз в среди 10 постов, видите, вот у меня настроено на бизнес и на страничке Leader Mix Club, и на страничке Олег Матюшук «Деловой человек» идут посты, которые о бизнесе, о личностном росте, о бизнесе. Да? И когда и вы тоже можете взять здесь много для себя полезного, интересного. Если мы зайдем с вами на YouTube-канал, вы увидите, вот есть YouTube-канал, Leader Mix тоже. Да? То есть я создаю определенное сообщество людей, которым интересна тема бизнеса. И я даю им через видеоконтент много полезностей. Вот, смотрите, видео чуть больше года назад залитое, уже более 5000 просмотров. Это видео, ну, визитная карточка моя, скажем так, да, но здесь тоже есть определенные тренинги, и, в принципе, это все тоже несложно создается, поверьте мне. А здесь вы можете посмотреть, и даже своим партнерам передавать, различные тренинги, например, анализ MLM рынка, модели бизнеса, секреты успеха, да, по целям видео. Ну, здесь вот видео на видеоканалах можно листать, да, вот так вот, кто не знает. А здесь между делом ненавязчиво есть еще и о сибирском здоровье, да, пожалуйста. И через такой канал я могу на этот канал направлять людей из соцсетей в том числе.
Поставьте, пожалуйста, напишите всем, ну, понятно ли вам, как создавать свою страничку в Facebook. Именно паблик-страничку, для чего она нужна. Понятно всем? О, поправка на отзыв. Я просто иногда включаю, чтобы не видеть чат. Угу, понятно. Отлично. Что вам нужно сделать? Создать свой... Вот точно так же вам нужно, если вы не знаете как. ВКонтакте вам нужно создать свою группу. Давайте мы сейчас быстренько немножко подрезюмируемся. Первое. ВКонтакте нужно создать свою группу. Вот, к примеру, у меня группа, видите, Лидер Микс, куда люди будут подписываться. Это ваша цель — контактировать с вашей аудиторией. Если человек подписывается в группу, вы постепенно его из холодной аудитории переводите в теплую аудиторию. И там постепенно вы ему можете еще показывать сибирское здоровье. Где-то продукт, где-то бизнес-инструменты и так далее. Вы уже под свою целевую аудиторию, которую выберете, можете многое подбирать. Кроме этого, кстати, вы можете создавать точно так же небольшие странички просто сибирского здоровья. И для них компания «Нам с вами», я вам даже покажу, не знаю, видели вы это или нет. Бизнес-инструменты у нас есть. Фирменный стиль. Видите, есть даже обои для рабочего стола. А, нужно выбрать, когда входите, просто «Россия выбрана». И здесь вы можете и логотип компании взять в хорошем виде. Да, а было недавно еще здесь. А вот, социальные сети. И здесь есть даже оформление профилей в стиле сибирского здоровья. Вы можете зайти, взять фотографию, скачать. Видите? Готовые варианты. Выбираете, который вам интересен, берете, копируете, и вот такую штуку вы можете повесить вот в такую вот группу. Сделать группу «Сибирское здоровье», где будет вы будете указаны, что немаловажно, потому что ваша, ну, ваша причастность. Почему у меня есть отдельная страничка просто «Олег Матишук», да, ну, деловой человек, чтобы люди видели именно меня. Это вовлекает людей на личность. Здесь понятно, ну, я думаю, здесь несложно. Взяли, скачали любую картинку. Вот это для контакта, видите, есть для Фейсбука, для Google+. И оформить на первом этапе вот такие вещи. Почему? Потому что на первом этапе, вернемся назад, вот, на первом этапе, когда мы сформировали свою целевую аудиторию, нам нужно присоединиться к бренду. Потому что продавать себя, вот, ну, помните, мы об этом говорили, да, вот кто-то написал пост классно, а я сам не могу. Для того, чтобы появилось постепенно больше уверенности, но вы могли сформировать свою целевую аудиторию, вам нужно присоединиться сначала к сильному бренду. Потому что через сильный бренд ты можешь вовлечь аудиторию на бренд. А потом уже постепенно развить и личный бренд. Поэтому, если вы не знаете даже, на какую тему вы можете создать полезность для людей, вы берете полезность, корпорация «Сибирское здоровье», оформляете группу ВКонтакте, оформляете страницу в Facebook с помощью готовых уже картинок, компаний, инструментов. И начинаете там давать полезности. Если это группа «Сибирского здоровья», это не мешает говорить о туризме. Это не мешает говорить о красоте только или о здоровье, о животных, об эко-подходе. Это все все равно, ну, совместно. А потом вы можете в любой момент, когда вы подниметесь с точки зрения профессионализма, когда вы сможете это делать все на автомате, когда вы легче научитесь контактировать с аудиторией, вы сделаете больше акцент на развитие личного бренда. И, но это все и есть постепенная, да, стратегия на год, на два вперед. Едем дальше. Первичный трафик. Что нужно сделать? Подытожим немножко. Соцсети. ВКонтакте мы создаем группу по интересам, которые нам интересны. В Facebook мы создаем паблик-страничку. Это и будет как группа наша. Да? В Instagram. Что касается Instagram. В Instagram старайтесь вешать качественное фото. Я даже сейчас листаю Instagram, к примеру, после праздника делового успеха. После Санкт-Петербурга видно
сколько эмоций у всех, насколько всех затронуло. Ну, на самом деле это было потрясное событие. Я вам скажу честно, я был реально в шоке со всех сторон, и в культурном, и в моральном, в позитивном шоке. И еще раз был счастлив, что мы реально работаем с такой сильной глобальной компанией. И самый важный момент, что многие люди делятся сразу же фото и так далее. И это хорошо, но задавайте себе вопрос. А вот еще раз хочу повторить фразу Макса Кима, о которой он говорил. Минимальный, ну, хоть немножко конструктивно подойдите к тому, что вы выбрасываете, особенно в Инстаграм. Посмотрите на фотографию и задайте себе вопрос. Вам понравилось бы, если вы не знали бы вообще этого человека, то фото, которое вы увидели? И если ответ «да», смело вывешивайте. Хотя бы минимально вот такой вот контроль. Тематические группы мы с вами разобрали. А, где брать людей в интернете? Тематические группы, тематические форумы. Вот это я хочу на это обратить вам, ваше внимание. Ну, к примеру, вы создали свою группу ВКонтакте, вы создали, к примеру, группу в Одноклассниках, вы создали паблик-страницу в Facebook, вы создали даже YouTube-канал. Как люди об этом узнают? Да? То есть нам нужно направить трафик. Трафик направляется двумя способами. Либо платная реклама, либо бесплатная. Бесплатная реклама – это наш труд, и вы, поэтому и нужно себя дисциплинировать. Очень хороший трафик, целевой, вы можете брать в группах, которые похожи по целевой аудитории. Да, то, что мы и говорили, кто-то состоит в двух-трех группах ВКонтакте, к примеру, по животным, да, там, кто-то по туризму, кто-то по бизнесу и так далее. И вот там вы с людьми контактируете. Контактируете, привет, как дела? Мне интересна та же тема, которой интересуешься ты в этой группе вместе со мной, и предлагаю дружить. Бум, подружились. На первом этапе вам, хотя бы это вы должны делать. То же самое тематические форумы. Вы, где взять тематические форумы? Очень важный момент. Хочу обратить внимание. Запомните, не просто так существует правило. Google знает все. Заходите, Google, расскажи, покажи форумы на тему животных. Форуму на темы здорового питания. И все. Вы заходите в форумы, но единственное, будьте осторожны. Форумы отнимают очень много времени, потому что ты начинаешь читать, вести переписку, но там конкретная целевая аудитория, через которую ты можешь привести, ну, реально контактировать с людьми, которых ты можешь привести на здоровье, на красоту, на бизнес. Но помните, это постоянно, да, то есть нужно в форумах начать писать свои отзывы, смотреть, ну, то, что реально вам там интересно. Писать свои отзывы, переписываться с теми, кто написал отзывы, реагировать, да, то есть проявить активность на этих форумах и брать с людьми, дружиться. Форумы и тематические группы. То же самое касается и Одноклассников, и Фейсбука, и Контакта. Там тоже есть везде тематические группы, форумы и так далее. Здесь очень важный момент, на который нужно обратить свое внимание. Что, ну, маленькие такие простые технические моменты. В Фейсбуке вы можете каждый божий день прибавлять 20 человек в друзья. И поставьте себе, у вас должен быть план. Вы 5 минут приглашаете в друзья в день в Фейсбуке. 20 человек. Ну, либо за деньги. Варианта 2. ВКонтакте тоже. Раньше было можно 50 людей приглашать в друзья, теперь только 20. Запомните. Маленькие такие моменты, которые вам помогут. Но вы должны каждый день это делать. Умножьте 300 дней на 20. Сколько человек через год будет у вас, в принципе, присоединено в друзья? И это уже ваша аудитория. Это люди, которые будут видеть ваши посты, через которых вы будете рекламироваться. Нам нужен трафик. А за какие деньги? Хороший вопрос, Гульнара. Ну, по поводу денег могу тоже немножко показать. Ну, к примеру, вот я сейчас открою вам страничку свою и покажу, что такое деньги. Ну, к примеру, у меня платная, к примеру, площадка основная – это Facebook. Сейчас я вам немного покажу. Так, ну, к примеру, вот моя бизнес-страница. Олег Матишук, деловой человек. Вот здесь есть полезные посты. Я полистаю вам, немножко покажу. Пролистываем. И видите, самый важный момент, что
я даю разный контент. А вот здесь был, например, вебинар, который я проводил для всех. А, кстати, вот напишите в чате, здесь есть кто-нибудь, кто был, ну, кто смотрел весной мой, к примеру, вебинар, который так и называется, чего хотят кандидаты в MLM. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, кто его смотрел. Я верну сейчас туда картинку, мне бы хотелось просто тоже чат увидеть. Никто не смотрел. О, видите? Хотя на этом вебинаре присутствовало... О, есть пару человек. Есть. Приятно, что партнеры пользуются инструментами, которые создает наставник. Спасибо вам. Вот этот вебинар, он рекламировался, да, то есть он на него пускался реально платный трафик. И люди могли зайти на вебинар и попасть. Сейчас я вам еще покажу. Вот, к примеру, вот как он рекламировался. Был создан пост, видите? Знакома картина? Вы увлеклись новым для вас проектом LLM, вы полны энергии, действия, встречи, обучение, то есть затрагивающий пост, в котором есть ссылочки на вебинар, ну, на страничку, которая захватывает e-mail человека на вебинар, и картинка. И видите, благодаря созданию вот здесь вот, ну, на каждый пост можно создавать рекламную кампанию за деньги. Но не спешите много. Хотя постепенно, когда вы создадите паблик свою страничку, делать полезные посты, вот даже такой там какой-то полезный пост, который написан, тоже можно по чуть-чуть рекламировать, чтобы все больше и больше людей узнавали о вас в интернете. Ну, на рекламу можно тратить небольшие деньги, это там пусть даже 3-5 долларов в неделю, да, там. Но представьте, ну, к примеру, вот этот пост, на него было потрачено где-то около, бюджет этого поста был где-то около 40 или 50 долларов. Но он был очень грамотно продуман, есть много различных вещей, как правильно писать, как затрагивать и так далее, но этому постепенно вы будете учиться. И видите, этот пост увидела. Органический трафик, то есть это люди, которые автоматически увидели бесплатно. 784. Платный трафик, 16 тысяч человек, которые увидели этот пост, увидели эту картинку. Именно благодаря этим... этой платной рекламе на этот вебинар пришло около 100 человек, которые меня раньше вообще никогда не знали. Вот Тамара Гинчева прокомментировала. Приятно. При этом есть различные инструменты, которые, вот, к примеру, этот пост, да, под него было сделано, например, такая вещь, то есть как я даю полезность, это я вам показываю, и как я собираю контакты, да, то есть через пост человек должен прийти, где-то оставить e-mail. Очень важный момент, когда вы начнете собирать e-mail, вы будете постепенно контактировать, но это дальше уже. Сначала вам будет достаточно контактов через социальные сети, чтобы начать развиваться и рекламировать, по сути, себя, да. Но чтобы это было проще делать, к примеру, эффективней, вот у меня есть еще и такая страничка, club.leadermix.ru. Здесь вы можете зайти, это создан целый кабинет знаний, специально не только, я знаю, ну, этим кабинетом знаний пользуются все мои партнеры, я знаю, что и не только мои партнеры пользуются, есть. Вы можете просто оставить свой e-mail, и вы попадете в базу знаний, где вы можете, у вас будет свой личный тренинговый кабинет, где вы можете учиться многим вещам по ведению MLM бизнеса. Да, то есть это я показываю, как я создаю полезности для того, чтобы постепенно, или я написал книгу небольшую, через которая дает четкую систему рекрутинга, что зачем нужно делать. Да? Как я за 11 месяцев построил структуру 8 тысяч человек с оборотом более 100 тысяч. Это реальный результат, мы с Павлом сделали этот результат, вот так, вот это был наш первый результат в сибирском здоровье. Да? И здесь человек может оставить имя e-mail и получить эту книгу почитать. Да, шпаргалка leadermix.ru. То есть я создаю инструменты, крючочки как постепенно, да, то есть я не говорю, что вы должны это все сделать уже сегодня. Вы должны просто понимать, что постепенно вам нужно создавать различные крючочки, цеплялки, через которые вы будете выдергивать вашу целевую аудиторию из интернета. Я тоже так хочу. Начните с простого. Это я вам показываю то, к чему вы можете прийти спустя 2 года, если вы будете уделять этому хотя бы 1 час в день. Очень важный момент.
Начните с инструментов компании, начните благодаря этому расширять себя в интернет, начните через это получать уже первых кандидатов, начните через это делать первые продажи. Мы с вами рассмотрели про реферальные ссылки. И это начнет на вас работать. И еще бы мне хотелось показать вам одну очень важную, создание еще одной реферальной ссылочки, чтобы приглашать людей в бизнес. Так, это мы все разобрали. Все разобрали и разобрали на примерах. Отлично. Ой, как вы, друзья, вы еще не уснули? Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто еще с нами здесь. И поставьте, пожалуйста, если можно, ну, вообще обратный отзыв. Давайте от 1 до 5, как вам, полезно? Угу, спасибо, не спим еще, отлично. Спасибо, друзья. Огромное спасибо за обратный отзыв. Ух, 4, 5, 6, 7, 8, все подряд. Спасибо, спасибо. Вижу, есть отзыв. Отлично, я готовился не зря. Ну и теперь давайте немножко разберем еще реферальную ссылочку на, так сказать, на пасашок, да? Как создавать реферальную ссылку для того, чтобы приглашать людей в бизнес. Как использовать инструменты, которые нам уже создала компания. Так, мы возвращаемся, поставьте, пожалуйста, ну, видно экран мой, если видно, поставьте плюсики, все нормально, видно. Угу, пошло, вижу, отлично. Итак, мы заходим в наш бэк-офис, еще раз возвращаемся все к тем же нашим хорошим реферальным ссылкам. На самом деле реферальные ссылки нам компания сделала просто такие бомбовые инструменты. Ну, что их не использовать, это просто вообще глупо на сегодняшний день. Да, потому что реально мы благодаря многим реферальным ссылкам можем масштабировать постепенно свой бизнес. Не ждите сразу сотни тысяч людей. Но представьте, что если вы это будете использовать, сначала у вас начнет появляться один кандидат в месяц, потом 3-5, а глядишь через год и 5-10, а потом будут появляться кандидаты серьезные, которые приходят сразу на быстрый старт и так далее. Но это все постепенная стратегическая работа. Итак, реферальные ссылки. Как я приглашаю людей, если мне хочется пригласить им, показать им бизнес? Они еще ничего не знают. Но, в принципе, им интересно услышать предложение. К примеру, вы повели с ними переписку какую-то в соцсетях, и человеку интересно, вам нужно ему показать, да, показать наш бизнес с возможностью сразу зарегистрироваться. Я захожу, раздел «Бизнес. Открытый сайт». Нажимаем, и нам нужна вот эта ссылочка. Мы ее копируем. И с ней тоже нужно работать точно так же, как я вам показывал с интернет-магазином. Мы выходим в открытый доступ. И ссылку вставляем в командную строку. Не знаю, видели вы или нет, надеюсь, что вы этот инструмент уже видели. И вот здесь у нас бизнес-страница, показывается наш бизнес. Очень круто показывается. Да? И в принципе вы можете сразу человеку, большинству людей, вы можете сразу же кидать ссылочку просто вот эту. Но, к примеру, вы хотите показать этот бизнес именно человеку, который занимается профессионально сетевым бизнесом. Мы нажимаем на вот здесь вот, для профессионалов. И здесь уже показаны преимущества компании для профессионалов. И вот мы нажали сюда и сохранили вот эту ссылочку. Как общую страничку, да, вот сюда. А когда он придет, сразу в рубрику «Для профессионалов». И он здесь сразу же будет видеть ту информацию, которую компания создала, как затрагивать профессионалов, даже где есть скачать премиальный план. Или вы хотите, вы с человеком пообщались на тему, хочешь ли ты вообще ездить на новом автомобиле, веришь ли ты, что это вообще в твоей жизни когда-нибудь возможно. В чате каком-то где-то в группе автолюбителей попереписывались. И кто-то отозвался, да, хочу, блин, а я могу, у меня есть инструмент. Какой? Вы вот на этом сайте выбираете программа «Автопроект», видите? Прямо и копируете вот эту вот ссылочку, которая приведет человека прямо вот сюда. Получите свой автомобиль. Где он познакомится с нашим автопроектом, посмотрит отзывы, видео и так далее. И если он нажмет
Ну, к примеру, вот мы ее скопируем. Да, сейчас в отдельной складочке еще раз покажу, чтобы все было видно. И мы зашли. По новой ссылке уже, да, скопируем. Смотрите, куда она нас привела. Оп, секундочку. Ошибочку вышла. Она человека приведет вот, прямо сюда, на эту страничку. Все правильно. И если он нажмет зарегистрироваться, это очень важный момент. Он будет регистрироваться под вас. Видите, уже указан наставник. Все. То есть вы можете затрагивать людей на бизнес через реальные, конкретные, даже целевые аудитории и вот этим сайтом. Через путешествия, через автопроект, через жилищную программу. Сегодня это вообще камень преткновения для огромного количества людей. И для профессионалов индустрии. Вы берете эту страничку, заходите на нее, копируете ссылку, которую вы сначала сгенерировали, да, всегда перепроверяйте каждое действие. Вот чтобы все работало правильно, вам нужно запомнить один простой момент. Вы взяли, скопировали ссылку, вставили, отправили, ну, прошли по этой ссылке и посмотрели, можно ли зарегистрироваться. Всегда зайдите, посмотрите регистрация и увидите, что там в наставниках стоите вы. Тогда это все 100% сработает правильно. Спасибо за такие слова, конечно. Ну, это всего лишь обучение, да. Ничего сверхъестественного я вам здесь не рассказал, я этому всему точно так же, как и вы сегодня когда-то начал учиться. Поверьте мне, да, владение интернет-технологиями, оно работает, и заметьте, инструментами, компаниями, в первую очередь, это работает только тогда, когда ты берешь, уделяешь внимание, дисциплинируешь себя, разбираешься и начинаешь применять. И этого я вам искренне желаю. Я желаю, чтобы вы не только использовали интернет-технологии, не проваливайтесь в них полностью, потому что это может быть капканом. Да? Постепенная, планомерная работа по часику в день. Просто не листайте чужие ленты. Пролистнули, увидели «Сибирское здоровье», лайкнули, прокомментировали. Все. Больше не висим ни в каких социальных сетях, а берем и делаем, создаем полезный контент, которым делимся потом уже. Чтобы люди проводили, я очень желаю, чтобы у вас через год-два появилась огромная аудитория, которая будет сидеть и пролистывать все новости, связанные с вами. Люди, которые будут потом брать и сразу же онлайн регистрироваться и продвигаться вместе с вами в нашем бизнесе. Я вам этого искренне желаю. Надеюсь, я вам был сегодня полезен. И в подытоживании нашего сегодня вебинара еще раз хочу обратить внимание на две важнейшие вещи. Первое. Подключите каждого своего партнера к системе вебинаров. Даже если они, поверьте, если ваш новый партнер хотя бы в течение ближайших 2-3 недель посмотрит все вебинары цикла нашего из 8 обучений, он получит всю необходимую базу. Не лишайте этого своих новых партнеров. Дайте им сразу же правильный заряд, но при этом сразу же включайся и в действие. И в интернет, и вживую. Помните главное правило. Не расскажи, а покажи. Не бойтесь брать на себя ответственность, ошибаться и делать. Это мелочи по сравнению с тем, чего вы лишаете себя и своих партнеров, если вы им говорите только теорию. Практика и реальный пример – это всегда продвижение, быстрое продвижение ваших партнеров, ну, соответственно, и вас. И второе, помните, что у нас с вами впереди два важнейших цикла. В ноябре у нас с вами сильнейший цикл форумов, лидерских форумов по всем регионам. Обязательно поставьте себе задачу. Неважно, далеко от вас люди, ваши партнеры находятся или рядом. Найдите через расписание событий, какие форумы будут проходить в тех городах, которые интересны вам, вашим партнерам и так далее. Составьте промо. Никогда не спускайте информацию неподготовленно. Напишите, как бы вы искренне, от души, красиво, интересно, с задором хотели бы рассказать о форуме каждому человеку, который сидит перед вами. Напишите этот текст, позвоните и расскажите каждому своему партнеру. Под запись, чтобы они точно такой же текст произнесли следующим своим приглашенным. И вы сможете пригласить на эти события огромное количество партнеров, потенциальных партнеров, которые благодаря профессионализму наших лидеров помогут вам
быстро и вашим партнерам включиться в бизнес. Я вам искренне желаю, чтобы этот цикл форумов прошел эффективно, чтобы та энергия, которую ваши партнеры получат, привела вас к новым высоким рангам. У нас впереди очень горячие месяцы, и декабрь – это новогодние продажи. А в январе у нас с вами цикл международных бизнес-сессий в на русскоязычном рынке. Да, кстати, в Европе, те, кто смотрит с Европы, точно так же вы используете уже сейчас, в ближайшем месяце, у нас в ноябре месяце будет проходить международная бизнес-сессия в Кракове. Используйте ключевые события компании по максимуму. Всегда задавайтесь вопросом, сколько моих партнеров сидят и смотрят вебинар, сколько моих партнеров сидят в зале, когда идет крутое событие. Потому что именно это будет развивать ваш бизнес с молниеносной скоростью. Потому что дубликация, она начинает эффективно работать именно благодаря событиям, когда вы используете потенциал лидеров и тех, кто может доносить эффективную информацию. Надеюсь, был вам сегодня полезен. Спасибо большое вам за обратный отзыв. Вы были реально сегодня активной и горячей аудиторией. Ну и желаю вам успехов. Всего доброго и до новых встреч.